Архангельске обсудили цифровое развитие Севера. На конференции «Арктика» – национальный мегапроект, кадровое обеспечение и научное сопровождение. Один из участников – IT-компания «Citronics Group». Ее представители рассказали о проектах в сфере цифровых технологий и спутниковых данных, важных для этого стратегического региона. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема Арктики все чаще звучит в новостной повестке. Почему эта тема сейчас актуальна и какие основные тренды ее развития? Тема Арктики всегда была актуальна. На сегодняшний момент она просто приобрела новое звучание. Первое, почему так происходит, это безопасный логистический путь. Это Северный морской путь, который сейчас активно развивается. Есть несколько направлений в части Северного морского пути, где компания Citronics активна. Это космос, все, что связано с сервисами автоматической идентификации судов. Мы запустили уже 3 спутника, которые собирают информацию с судов и передают ее на берег для анализа и диспетчеризации движения. Мы в активной фазе производим еще 12 спутников и запустим их в следующем году. Всего же мы хотим сформировать группировку порядка 70 спутников. До последнего момента такие сервисы предоставлялись только компаниями, от которых в настоящий момент Россия отключена. Вторая большая наша история – это радарное дистанционное зондирование Земли. Для того, чтобы Северный морской путь мог эксплуатироваться круглогодично и безопасно, самое главное, необходима точная информация о ледовой обстановке. Третья наша активность – это система управления движением судов. Можно привести аналог, наверное, авиационных систем. Четвертое наше направление – это совместная работа с Росатомом, Гринатомом по созданию единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути. В настоящий момент Росатом, наверное, является лидером цифровизации СМП, а мы являемся технологическим партнером в этом движении. Участники отметили, что цифровизация и технологии ускорят освоение Арктики. И сегодня в непростом геополитическом контексте отрасль нуждается в отечественных решениях. Новые технологии не ускорят и сделают даже порой возможным освоение Арктики. Реализация любого арктического проекта – это суровые условия, это уникальность каждого проекта, он требует особых подходов и решений. И, конечно же, вопрос кадрового обеспечения, вопрос научного сопровождения, разработки и внедрения новых технологий стоит очень остро. Наши компании судовладельцы столкнулись с тем, что ряд компаний, которые обеспечивали навигацию, которые обеспечивали безопасность судовождения, именно своими цифровыми решениями ушли и продекларировали, что они больше не будут работать с нашими компаниями. Сейчас все находятся в поиске новых решений. Такой симбиоз науки, образования и цифры, он позволит формировать уникальнейшие решения для реализации арктических проектов. Конференция прошла на базе Северного Арктического федерального университета.